Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу представить вам шубу, которую я шила, и вы все видели, что я вам показывала, как я ее шила. А сейчас вот сделать обзор, как, что у меня получилось. Шуба у меня футляр обыкновенного кроя, без выточек. Правда, здесь по бокам сделаны рельефы. В чем сложность была пошива шубы? Потому что в том, что ВТО на этой шубе сделать было невозможно. Иначе мех бы повел себя непонятно как. Поэтому все, что я шила, это было без отглаживания, отпаривания и так далее. Вот это, конечно, была для меня трудность. Ну, а все остальное... Вот вы видите, что у меня очень хорошая стойка. Она закрывает горло. Все. Здесь у меня 6 кнопок. Подборта у меня нет. Здесь у меня вставлена лента. Но, конечно, я считаю, что подборт — это все-таки большое дело в шубе или там в какой-то верхней одежде. Ну, в общем, получилось совершенно неплохо. На улицу я не выхожу, потому что там 2 дня ветер очень сильный, и показать было бы невозможно. Звук у меня на камере не очень хороший. Ну вот так, я думаю, что получилось вполне хорошо. Все на месте. И думаю, что я эту шубу буду носить очень долго. Конечно, дома темновато, и всю красоту каракуля, ну и, конечно, каракуль искусственный, показать невозможно. Но все равно видно, как он блестит, какая у него выделка. Под шубу я сшила шапку Бонни, как она называется. Купила вот такой красивый платок. Ну, конечно, надо все это одевать перед зеркалом. Вот так вот. Спасибо за внимание. С вами была Ольга на канале Семья Громовых. Смотрите видео, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, смотрите рекламу до конца. До свидания.